Наверное, вы знаете о том, что я написала две книги. Одна «Солнышко мое» про наше поколение и вторая «Без границ» про ваше поколение, где рассказывается про вашу жизнь, про ваши отношения, про ваших кумиров. И два этих кумира, Илья Мазелов и Серега Пират, попали в мою книгу. А поэтому, если вы хотите ее почитать, заходите по ссылке под этим видео и скачивайте ее, читайте и делитесь с друзьями. Помогайте мне их распространить. А также у моего сына Максима есть игровой канал, который тоже по ссылке под этим видео можно пройти, посмотреть, поиграть и помочь раскрутить этот канал. Все, всего хорошего. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Адлин, и трек называется «Dead Inside». Весны не хватает, друзья мои, в ваших песенках. Драйва не хватает, как-то все печальненько. Кто такой Dead Inside? Лучше не знать. Ну, вот я говорю, мне не хватает какого-то драйва. Вроде и мелодично, вроде и все хорошо, ну, елки-палки. Ну, что так не поется, все время спотыкается. Где-то такое впечатление, что музыка вместе со словами где-то там прячется под камушками, не хочет вылезать. И эта речка течет там. И тоже не может это вымыть. Ну, елки-палки. Мне не хватает драйва, мне не хватает настроения, мне не хватает атмосферы. Вроде все есть, но ничего нету. Как-то все печальненько. Ну, в свете того, что там как бы все относить. Хотя вот мне вообще даже и стиль не очень вот этот вот нравится, не знаю. Троечку поставлю из пяти. Что-то я устала от таких песенок. Всем пока.